А вот теперь можно с вами поздороваться, наконец-то. С вами дядя Митя. Я сейчас нахожусь на параде Деда Мороза в Воронеже. Это такое шествие, приурочено к Новому году. Ведь Новый год – это праздник для всей семьи, и не только. Для всех. Посмотрите, сколько Дедов Морозов. Я столько не видел в своей жизни. Никогда. И Снегурочек тоже. Не, ну праздник, конечно, считаю, кайфовый. Настроение прям улучшается, становится более новогоднее. Не, круто, конечно. Не, я считаю, это... Не, я не думал, что столько будет народу, конечно. Вот так вот я сейчас нахожусь здесь. Так что, блин, сейчас пройдем вместе с ними, посмотрим. Тут перекрыли улицу, весь, ну, центр города Воронежа. И сейчас эти люди пойдут просто на площадь Ленина. Мы там же снимаем еще новогоднюю елочку, красавица. Не, ну круто, круто. Не, не зря сюда приехал, конечно. Сегодня еще шел. Утром снег, сейчас много снега у нас здесь выпало, и стало очень круто, новогоднее, короче, ну вообще просто класс. А также сюда еще много телеканалов съехало, «Россия-1», «Воронеж», также без нее самый крутой блогер, который может осветить жизнь Воронежа, я считаю, это только я, как бы дядя Митя, что тут сказать. Так что подписывайтесь на мой канал, и не такое увидите. Так что давайте дальше смотреть, что тут. Видели, сколько их? Я тебе по дороге говорю. Сейчас мы еще идем на площадь Ленина за елочкой. У-ху! Короче, круто. Люблю Новый год, новогодний праздник. Это просто, блин, чья на новогодние праздники. Уеду в Сочи, так что быстрее подписывайтесь на мой канал. Буду показывать, как там в Сочи зимой. Что там можно делать. Счастье. Короче, так вот. Я с ними зачем.
праздники скоро. Дорогие друзья, приветствуем Дедов Морозов и Снегурочек. Вот они те, без кого не бывает Нового года. Идут и едут конные и пешие Деды Морозы и Снегурочки. Мы приветствуем, они все прибывают и прибывают. Деда Морозы, посланцы, вообще, конечно. Не, круто. Не зря я сюда приехал. Настроение прям вообще просто космос теперь. Я готов горы свернуть просто. Новый год вот реально уже к нам идет. Очень рад, что я сюда приехал. Очень. Так что все, кому понравилось мое видео с парадом Дедов Морозов, давайте быстрее там подписывайтесь на мой канал. Ставьте вот такие большие лукасы. Ну и все, что я еще могу сказать. Всем удачи и пока.